спиртное не употребляли сегодня? Я после дня рождения употреблял маленько спиртного, но я же не водитель. Определить, кто именно сидел за рулем, поначалу было непросто, ведь на месте аварии находились двое сильно нетрезвых молодых людей, причем оба заявляли, что в машине ехали в качестве пассажиров. А сам водитель где находится? В больницу его везли. Везли его? Да. А вот как он стоит, он трезвый? А? Он? Да. Он трезвый. Вы с дня рождения возвращались, что ли? Ну, я возвращал с дня рождения, я его позвал, он за мной приехал и меня увез. В салоне Фиата сколько человек находилось? Два. Это было два. Ну, вот... Двое мужчин из них. Да, двое мужчин. За рулем кто был? За рулем я не могу сказать конкретно, я потому что не видел этого человека. Но я точно знаю, что два человека было в салоне. Я так быстренько посмотрел в салон, смотрю, двое сидят, вроде двигаются живые. Ну, думаю, бог с ними, от них алкоголем пахло просто так сильно. После празднования дня рождения молодых людей потянуло на приключения. Улицы города для них превратились в своеобразную гоночную трассу. По словам очевидцев, скорость Фиата была просто огромной. И хотя сами парни утверждают, что правил не нарушали, очевидцы, а главное, записи камер уличного наблюдения подтверждают, что водитель автомобиля Альбео продолжал давить на педаль газа, несмотря на красный свет. Мы ехали очень медленно, я привык оглядываться по сторонам. И тут смотрю, Фиат летит. Я уже начал ей сигналить, мол, остановись, сейчас в тебя въедут. Уже было бесполезно, Фиат летел, 140 это как минимум, 130, он очень быстро летел. После столкновения Фиат снес светофор и остановился лишь на газоне. Молодые люди из легковушки заявили, что их водителя якобы увезли в больницу. Но, как выяснилось, бригада скорой никого не забирала. Всем оказали помощь на месте. Остановился, я сразу смотрю, с Фиата человек обвис, свист. Я думаю, мертвый человек уже. Подошел к нему, он начал двигаться живой. Думаю, ладно, хрен с ним, живые. Подошел сразу к девушке. Девушка очень сильно начала визжать. Мне показалось, что ребенок в салоне, мало ли что. Начинаю открывать дверь, вытаскиваю ее, она уже в шоке, дрожит, начинает меня бить. Я говорю, мол, успокойся, это не я, так-то, вот они там сидят. И спросил у нее, говорю, детей нет в салоне, все хорошо? Она говорит, нет, все хорошо. Машина это моя, вот эта вот. Просто садили за руль, потому что он трезвый был, да? Друг уже давно ездит на этой машине. Ездит, он по объектам ездит. Строитель? Строитель. И вы строитель? Я тоже строитель. Крою крыши. Кровли крыш строим. Бачи, дани. Дачу, баню, хотел сказать. Дачи, бани, да. По словам девушки, управлявшей Митсубиси за рулем Фиата находился именно владелец легковушки, поэтому его ждет не только лишение прав, но и возможный административный арест. Равиль Сайганов, Альберт Аминов, Эфир 24.